вы арестованы за подделение невиновного? Я кого-то из толпы убил, что ли? Тесля! Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Papers, Please. Ну, у нас, насколько я помню, день 22-й. На примете 22-й день, да, уже. Мы что сделали? Мы приютили, все-таки мы взяли и приютили нашу долгожданную, так сказать, племянницу. Племянницу мы ее взяли. Заплатили за нее кучу денег, 40 лет, по-моему, это очень дорого. Дерзкая мотоциклетная атака. Это было очень дорого, я считаю. Но посмотрим, посмотрим. Ну, семью надо беречь. Все-таки, как-никак, это семья. Да, ладненько, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. И поехали. Антегрианский разоблачитель прибыл и исчез. А развлечения экстремисты наглеют, грешным влечет их как магнит. Дерзкая мотоциклетная атака. В Грештоне пора, собственно, на работу. 14 декабря 82 года. О, наш приятель идет. Сейчас к нам придет. Ага, так, часики это мы подрезали, я помню. Это я тоже, собственно, помню. Ключик мы встали. На этом пункте стрельбы больше, чем на войне. И я в Калече 5 лет воевал. И если ты думаешь, что в Арсоцке плохо, это ты в Калече не был, там в 10 раз хуже. Можно понять, чего они сюда ломятся. В общем, ты отлично справляешься, так и продолжай. Этот чувак, короче, за место Коляна, нашего друга, он просил его всегда спасать, помогать, но он сыкло. Он боится, что что-то с ним случится. Поэтому он просил очень сильно его... Так, давайте вспомним, что нам нужно. Общие правила. Беженцам право на убежище. Ну, все остальное вроде как понятно. Ладненько, что, начнем рабочий день. Следующий. Проходим, проходим, не стесняемся. Здравствуйте. Ваши документы. Так, хорошо. А, сразу проверяем. Его нету? Нету. Цель визита 90 дней. Сразу проверяем. Я помню этот типа лайфхак, что если документов очень много, и тем более работа, вот это все, то надо сразу пропускать. Проверим, сработает ли на этот раз. В прошлые разы все работало. Сейчас проверим. Это было просто. Да нет! Разрешение работы поддельное. А, скотина. Ну ладно, ну не сработал больше лайфхак. Все хорошо. Ну ладно, ладно, окей. Так, ты у нас ни на кого вроде не похож. Цель поездки. Хочу навестить родственников. Цель визита. 3 месяца. Окей. Так, 29. Это проходит. Тут все проходит. Как тебя зовут? Мищенко. Кристофер. Кристофер Мищенко. Подходит. Окей. Печать вроде... Блин, печать вроде... Я не помню, кстати, такой печати. Я не помню такой печати. Разрешение на въезд. Нет, все в порядке. Есть. Ладно, такое. Ладно, печать такая есть, это хорошо. Так, дальше у нас рост 79-182. Окей, подходит. Да. Пальчик 12-12. Тут подходит, окей. Маргерус есть у нас в Арбистане. Аргерус. Маргерус, Аргерус есть. Фоточка похожа. 25-11. Ну хорошо. У меня нет повода тебя не пропускать, поэтому добро пожаловать в Арсовску. Следующий, давайте проходим. Надо очень много денег зарабатывать. Теперь у нас в семье уже 5 лишних человек, которых надо кормить, нахлебников, поэтому надо очень много денег зарабатывать. Здорово. О, я тебя помню, ты нам выпил, по-моему, подарил. Привет, это снова я. Помнишь меня? Арс, тигры, вперед! Я отдал тебе тот классный вымпел. Слушай, я все рассказал своему тренеру, он очень расстроился. Сказал, что если я не верну вымпел, а в автобусе на переднем сиденье больше не езжу. Там все места хорошие на передней, лучше всех, это точно. Так что мне нужен этот вымпел, что скажешь? Да, на, забирай без проблем. Десяточка лишней не будет, мне надо семью сейчас кормить. Отлично, а какой-то он потрепанный, раньше такой не был. Вот тут вообще весь провался. Что ты наделал? Отлично, тренер будет рад. Что я делал? Подтирался им! Давай, иди отсюда. Ну все, и все, иди отсюда. И чё? Эй. А, ой. Сорян, сорян, забыл тебе паспорт. А я думаю, что он не уходит, я ему паспорт не отдал. Паспорт, ну извини, спасибо, друг. Не забудь поболеть за нас на оригинальном чемпионате. Ох, поболею я за вас. Класс, чтоб не короной, но поболею. Окей, ладненько, давайте следующий. Ваши документы. Здорово, Калече. Транзитом. На сколько? 14 дней, окей. 14 дней, смотри, как точно сказал. Хорошо, это подходит. Это подходит. Мария Грозинска. Мария Грозинска подходит. Ты у нас не в розыске, отлично. Волосы короткие, 63-180, хорошо. Но опять же, это не короткие волосы, это длинные волосы. Это очень длинные волосы. Ладно, хорошо. Следующий, так. Ведро у нас, короче, есть.
В каличе у нас точно должно быть ведро. Да, ведро у нас в каличе есть, все отлично. Женщина. Ну, мадама, проходите, пожалуйста, добро пожаловать в Ростовск. Как говорится, давай, слова ростовские. Почему это было просто? Вот это странная очень фраза. Было просто. Да, это вам было просто, а мне не было просто. Мне нужно сравнивать все, сравнивать, смотреть, смотреть, глаза вылупливать, вот это вот все. Какова цель поездки? Давай, рассказывай, я хочу навестить друзей. Внешние данные где? Внешние данные-то где? Но? Вот, пожалуйста. Ага, здорово. Так, лысый, хорошо. Тут подходит 78 килограмм, подходит 187. Окей, так, дальше. Блин, печать, по-моему, вот, по-моему, не было такой печати. Нет, была, да что ж такое-то? Я не могу запомнить никак печати. Никлас Хинца. Никлас Хин. Никлас. Ну нет, все нормально. Так, это паспорт подходит, 3 месяца, 12.01 подходит. Хорошо, это забирай. Интегрия Сан-Мармэ, но есть такое, ты у нас не в розыске. Отлично. Ну, добро пожаловать в Арсуц. Добро. Не надо отказ. Не надо отказ, все хорошо. У него были косяки, но он исправился. Он исправился, поэтому мы его пропускаем без проблем. Дальше следующий, заходим. Что такое? Как? Здорово! Здорово! Здорово опять! Эй, все как всегда. Ну, давай. Ты опять ты со своей контрабандой пришел? 63 кг. Опять. Ну ладно, давайте я про. Ой, а мне сейчас штраф влепят, если я его пропущу. Тут прям тайна, это точно. Давай посмотрим, что ты опять на этот раз несешь. Ну блин, мне сейчас. Я его в любом случае пропущу. Чувак классный, чувак здоровский. Мы с ним уже очень хорошо, так сказать, наладили контакт, а он мне денежки платит, поэтому мы. Красавчик. Ну блин, никакого, конечно. Да, татарата. Нах ты. Вот так вот это надо делать. Блин, обидно, обидно. Сейчас мне штраф появится 5 баксов, но. Хорошо, сразу видно, да? Стой, я тебе дам 10 кредитов за правильный штампик. Подумай о семье. Они на эти кредиты смогут убить много хорошего всего. За эти какие-то маленькие невредные наркотички. И ладно, 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 ладно. Раз уж я решил с тобой поиграть. Раз уж я решил тебе, так сказать, помогать. Добро пожаловать в Арсоцку. Но ты там! Мне говорили, что это дело трудное. А пока все гладненько. Тебе спасибо. Купи что-нибудь хорошенькое для жены. Жене ничего покупать не буду. Да, сейчас 5 бачей. Да, 5 бачей. Ну, нормально, мы купили. Я жене покупать ничего не буду, я лучше сестру накормлю, потому что она у меня там голодная, новый иждивень в семье, поэтому как-то так. Все деньги пойдут в семью. Так, спорт. Зачем ты это нажал? Несколько месяцев. Так, проверяем сразу. Кеннен такс херер какой-то. Такс херер Кеннет подходит. Это подходит 3 месяца, 28-12, ладно, окей. Спортивный, окей, это подходит. Кеннет Танкс Херер. Танкс Херер. Какое у тебя имя ужасное вообще, мужчина. Скал есть в Арбистане? В Арбистане скал есть, отлично. Ты у нас не в розыске. 80 килограмм, хорошо, 166 подходит, наверное. У тебя опять прическа высокая. 17-12 подходит. Ладненько, хорошо, давай, добро пожаловать за... Ади к нам в гости в славную Арстоцку. Следующий. Быстро, быстро. Что-то мы сегодня как-то медленно все делаем. Очень медленно. И у нас денег вообще не копится. Совершенно не копится денежка. Давай следующий. Бегом, 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 бегом. Ваши документы. Быстрее документы. Цель поездки. Ну, в гости это все окей. В гости 2 месяца, да? 2 месяца. Говорит вам. Пару месяцев. Хорошо. 12.01. Подходит. Это подходит. Что? У меня тут были такие часы. Продай их мне. У меня их ставили на время. Да ладно тебе. Он точно не вернется. Да, я тебя от них избавлю. 10 кредитов заплачу. За часики 10 кредитов. Не, хозяин хотел их забрать, поэтому ни хрена подобного давай. Каевчик Калинский подходит. Западный грешен мужчина подходит. 83 подходит, хорошо забирает. Так, здесь 2 месяца, 12 подходит. Каевчик. Это все хорошо забирай. Калечи, добро пожаловать. Часы я тебе извинения. А у нас тут не ломбард! У нас не ломбард. Мне его дали на сохранение. Я чуваку помог, я взял часы на сохранение, поэтому я тебе их не. Что опять такое? В смысле чужое фото? Козлина, ненавижу тебя. Ух уж эти штрафы. В гости это все. На месяц, да? Да, на месяц, хорошо, 27-12. Так, все четко правильно. Грегори Рипер. Рипер, серьезно, женец. Грегори Рипер. Это тут подходит, все хорошо, ты у нас не в розыске, вроде нет. Так, фотография. Не похож. Ну, нос хотя похож. Ладно, окей. Уговорил. Хайхань есть у нас в импоре? В импоре Хайхань. Эй,
все, день рабочий кончился, поэтому давайте мы тебя хорошо проверим. 17-12 тут подходит, волосы короткие подходят, но у тебя волосы вместе с бородой сливаются, непонятно, это волосы или что, это вообще 90 килограмм, 180. Хорошо, ладно, ладно, уговорил, мне за тебя ничего не заплатят, совершенно, ни копеечки я за тебя не получу, но добро пожаловать. Это было просто, это не было просто, у меня просто 10 штрафов. А ну ты скотина или кто? Ты скотин... В смысле? Сын опять... Ой, сейчас еще всех кормить надо! Ваша племянница привела с собой сбережения своей матери. Хорошо! Соточка от мамки пришла. Взятки 20, штрафы 20. Ну, то есть мы в ноль, короче, заработали бачей. В ноль, так сказать, набрали взяток. Ёперес... Ну, 55 бачей это неплохо. Теперь мы тратим на продукты 25 уже, получается. Раз, два, три, да. Эх, и вот если бы не штрафы, у нас бы было 75, и мы могли переехать в класс 8. Но... А зачем нам в 8 класс? Нам надо в 7, в 6 класс переезжать уже, мы же в 7 классе живем. Ладно. Бывает. Сбережения 0, 55, окей, все. Всех накормили, всех напоили, всех спать уложили. Новая вспышка полиомиелита в ОФ. Отдельный случай или все серьезнее? Нет, я надеюсь, сейчас никакие не надо будут новые справки. Потому что новые справки... О, а там красненький стоит. Смотри, красненький стоит. Красненький стоит, я не знаю, зачем стоит. Так, Арстоцкое министерство въезда, официальный бюллетень. Инспектор, вы занимаете важный пост и наделены широкими полномочиями. Безукоризненно соблюдайте все правила, слава Арстоцкий. Все, что ли? Ладно. Ладно, так, это... Кстати, давно вот эти вот давно чуваки не приходили. Совершенно давно, я их давненько не видел. А хотелось бы кого-нибудь задержать и получить за это баблишко. Ладненько, начнем рабочий день. Следующий, поехали. 15-12-82, надо запомнить. Надо вот эту дату всегда запоминать, сверять с ней документы. Здорово. Здорово. Цель поездки. А, где? 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 Вот это вот. Вот это. Вот это где? А вот это где? Разрешение на въезд. Где? Где? Где оно? Где оно? Ты же иностранец. Ну, мне его не дали. Окей, до свидания. Отказать. Причина отказа. Пошел нахрен. Следующий. День начался хорошо. Вот отправлять их обратно, это хорошо. О, ежик пришел. Здорово. Ваши документы. Ну что опять такое? Прощай, срочно вернуть посыльного. Халео убит двумя агентами ежик. Прибывает еще один киллер, человек в красном. У него, ага, вот он там. У него есть список всех агентов ежик Варстовский. Рисковать нельзя. Сегодня вы должны его убить. Мы все организуем. Если все получится, то вас поймают. Нам придется пожертвовать собой ради Арсу. В смысле вам придется пожертвовать собой ради Арстоцки? Я не хочу жертвовать собой ради Арстоцки. То есть я его сейчас завалю, а меня арестуют. Не, я сказал, я ежикам помогать не буду, поэтому... Кыш, кыш. Если это реально террорист, его можно оглушить. Он, скорее всего, в конце дня вот сюда побежит. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. И я его тут из транквилизатора чпок. И все, и выиграю. Так что ежик пошел нахрен. Стреляйте на поражение. Вот он ключик-то. Вот он ключик от боевой винтовки, походу. Потому что у нас две винтовки. Транквилизатор и винтовка. Я не буду его убивать. Можно это спрятать. Никакого насилия на моем посту не будет. Ну, только если не террористы. Но раз это киллер-террорист, то мы его затранквилизируем, скорее всего. Здорово. Так, ты у нас не в розыске. В гости, продолжитель визита. Почему у нас нету внешних данных? Оло! Внешние данные. Ах ты что? Ну, описание внешних данных, это когда, короче, там пишут. Вот, на тебе побольше. На еще, на. Вот так вот, отказать. Просто все, иди отсюда, чтоб знал причину отказа, потому что у тебя нет внешних данных. Нету. А они нужны, чтобы я знал, кто ты такой. Вот так вот. Ваш документ. Паспорт-то где, алло? Ну, я уже думал, паспорта мы не будем забывать, да? Ну, конец игры, тут всего, по-моему, дней 40. У меня отобрали паспорт. Понятненько. Давайте... Что? А ну, без паспорта нельзя ведь? Ну да. А, я хотел вот сюда... А можно сюда, кстати, поставить? Сюда нельзя, окей. Я думал, можно на эту карточку поставить. Все, извини, без паспорта нельзя. Отобрали, все. Я не паспортное бюро, я его вернуть тебе не могу. Извини. Следующий! Давайте, быстрее. Хотя 55 баксов у нас, в принципе, есть, и не паримся.
цели поездки – навестить родственников. Хорошо, усы у тебя есть 90 килограмм, есть 179, вижу, окей, хорошо. Я тут остался 2 месяца. Да, про часы. Мужик в очереди за мной только о них и говорил. Сколько они значат для его семьи и все такое. Слушай, эти хорошие часы я вижу. Я дам тебе за них 20 кредитов. Он сказал, что заплатит тебе всего 10, я тебе даю хорошую цену. Нет, часы уйдут хозяину. Все, я уже решил. Михаил Никуленский, извини меня, пожалуйста, но я не буду. Я часы обещал отдать только хозяину. Все, и на этом порешали. Мужчина, Глориан. Глориан есть у нас в Монтегре? В Монтегре у нас есть Глориан, поэтому добро пожаловать. Давай, вали отсюда. Никаких тебе часов. Часы только хозяин. То есть следующий сейчас хозяин часов будет, да? Я, кстати, не помню, как он выглядел вообще абсолютно. Кстати, да, это он. Ваши документы. Я снова пришел, как обещал. Теперь у меня все бумаги в порядке. Мои часы у вас? Конечно, у нас. Конечно, пожалуйста, где? На, вот, забирай. Все, я честная сделка. Ох, какие же они классные. Вот. Теперь только батарейку найти. Эй! Тут цара... Я не трогал их! Верни деньги! Я не трогал твои часы! Ну на, ладно. Я не трогал! Ого, а ты честный. Не, я не возьму. На самом деле царапин тут уже была. Вот скотина, развести меня хотела. Ты был байт, вот. Ну, спасибо, окей. Так, а чё у тебя по документам-то? Ну, я думаю, ты меня не разведешь. Все документы у тебя в порядке, поэтому добро пожаловать. Спасибо тебе за часики. Я похоронил. Похоронил тебе часик. Все, давай. Спасибо. Начинаю думать, что, может, не все в ростовские подонки. Я вообще... Ой, монета, хорошо. Я не подонок. Все отлично, все хорошо. Следующий. Вот, смотри, на халяву 10 бачей заработали. Честность превыше всего. Нас попросили сохранить часы. Мы их сохранили для хозяина. Цель поездки в гости — это все. Хорошо. Мы не крысы, чтобы тырить чужие вещи. И продавать их вообще левым. Так, ты у нас не в розыске? Нет, хорошо. Калечи западногрешным. Западногрешным в калечи есть? Есть, все хорошо. Лишний вес заметен, да. 66 килограмм, 167. Тут все хорошо. Тут все в гости 2 месяца 05. Фрэнни Говард. Говард, здорово тебе. Говард. Говард, а Уоловиц есть, ты знаешь откуда это, обязательно пиши в комментариях и ставь лайк, откуда Говард Уоловиц, посмотрим сколько нас любителей этого человечка, так сказать, и его друзей. Здорово, все, давай, все хорошо, добро пожаловать, иди уже отсюда нахрен. Говард, следующий. Так, надо не забывать про красного, не забывать про красного, это самое главное. Ваши документы, ой, как у тебя опять много документов. Здесь работать, хорошо, цель визита, 6 месяцев. Я вижу, бежит, ага, я даже знаю, как мы сделаем, вот так, попади, пожалуйста, вот так, и вот так, да, я выполнил свою миссию, я не дал пройти ни террористу, ни киллеру, красавчик. Что? Вы арестованы за падение на невиновного? Я кого-то из толпы убил, что ли? Тесля! Вы приговорены к каторжным работам. Членов вашей семьи подвергнут допросу, чтобы выяснить степень их причастности. Вам на замену прислан новый инспектор. Пропускной пункт продолжит работу под его началом. Арстоцка! Слава Арстоцке! А что я сделал не так? Из щели под дверью камеры появляется записка. Инспектор, ваша семья в безопасности. Объект пришел в себя в больнице. Новый инспектор отказывается от сотрудничества. Деятельность ежик приостановлена. Нормальный инспектор, нехрен с ними связываться. Они какие-то мутные все. То там убей, то тут отрави. Не бывать этому. Мы больше не можем оказывать вам поддержку. Ежик снова уходит в подполье. Вашу семью вывезут в Арбистан. Удачи. Арбистан. А, это к нашему Джонни Костава, к нашему другу увезут. Хорошо. Все, серьезно? Это конец, да? Время игры 03:40. 3 часа 40 минут. Проверено въезжающих 243. Одобрено 149. Отказано 54. Задержано 29 замечаний. 41 замечание у меня. Охренеть можно. Печати приостановлено. А, проставлено 211. Финал 10 из 20. Тут 20 концовок. Тут 2, 5, 20 концов. Это очень много, 20 концовок. Я столько никогда. В смысле, а можно как-то этот день заново-то начать? Да, смотри, можно.
Я вот не понимаю, вот это что за ответвление? В девятом дне у нас пошло какое-то ответвление. Возможно, в девятый день мы отказали ежикам в чем-то. Но я не понимаю. То есть, что получается? А, получается, мы проиграли, нам надо заново день начинать. Ладно, окей, заново день мы начнем в следующей серии. Ну, вот так вот бывает, посадили нас в тюрьму. А я не понял, что я сделал неправильно. Если ты знаешь, что я сделал неправильно, ты пиши в комментарии, потому что... Ну, блин, я же его не убил. Сказали, что это киллер, что его надо обезвредить. Я его обезвредил транквилизатором. Я, он оказался невиновным, короче, хрен пойми вообще, что происходит. Ладно, я, значит, его вообще трогать не буду, но это будет в следующей серии, в следующий раз. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Также подписывайся на стрим-канал, там ссылочка внизу тоже есть. Там мы общаемся, играем вместе и вживую, так сказать, проводим время по вечерам и по субботам. В общем, с вами был, ребят, Бояра, канале, и всем пока-пока.